Дорогие друзья, подписчики, друзья и подписчики, всем здравствуйте. Я рада вам помочь. Все, у кого есть вопросы, звоните, пишите. Вот даже сегодня утром мне одновременно звонили 3 человека, плюс звонили из гостиницы Сан-Диего офицеры, что вас выпускают, плюс звонили с детеншена. Даже только сегодня утром одновременно я переписывалась с 6 человеками. Кто-то еще в Мексике, кто-то уже в детеншене, кто-то на бордере, кто-то в еврейской гостинице. Я всех вас люблю. Это вам мое сердечко. Я ношу его на груди. Дорогие, это меня зовут Вера Фесовец. В этом году я уже поручилась 60 семьям. И перед сном я проверяю ваши месседжи. Их бывает очень много. И 20 бывает. Всем стараюсь ответить на вопросы. Не обижайтесь, кому я не успеваю ответить сразу. Утром сегодня также 20 смс-ок нужно все прочитать и ответить. Я просыпаюсь рано утром, помолилась и отвечаю на ваши смс-ки. За эту неделю уже выпустили под мое поручительство 5 семей. Сегодня-завтра приезжают. Готова всех вас встречать, помочь, подсказать, чем могу. Дорогие друзья, я всем советую. Смотрите, у меня очень маленький домик. У меня живут постоянно по одному. Мы не можем брать с мужем, с детьми или мужа и жену. Может, на время, на неделю можем взять мужа и жену. В данное время уже люди живут у нас, которым я поручилась. Постоянно у нас кто-то живет еще с прошлого года. Я их везде вожу, помогаю адаптироваться. Бывает такое, что 2 дня подряд рано утром выезжаем в 7:30 и приезжаем, когда уже темно. Везде нужно обвозить. И я очень люблю лаванду. Это мои любимые цветы. Это живая лаванда, это искусственная. Друзья, это живой ананас, будем сегодня резать. Друзья, не обижайтесь, кому не отвечаю сразу. За эту неделю я поручилась 15 людям или 20. И всем нужно отвечать на вопросы, плюс еще родственники звонят. Я не говорю вам, чтобы вы не звонили. Звоните, пишите по мере возможности, по силе. Могу отвечать. Я на пенсии, у меня муж инвалид. Мы, ну, уже обои на пенсии. Помогаю тем даже, кому я не поручилась. Вчера потратила на одну семью 3,5 часа на езду. 4 раза надо было поехать. От меня в Сакраменто, в Сингл Спрингс, 45 минут ехать. Я поехала за ними, отвезла в иммигрейшн, в Walmart на заправку. Отвезла обратно 2 раза, потом туда за ними, назад в иммигрейшн, назад их отвезла 3 раза и назад домой возвращаюсь 4 раза. Потратила 0,5 бака бензину. Всех, кого я вожу, на моем бензине 2 недели кормим нашими продуктами. Всех вожу, все бесплатно, живут у меня бесплатно, дорогие. Я хочу сказать, в Сакраменто, кто меня знает, я ни с кого не беру ни копейки. Уже многих я в среду в Вифании встретила, кому я поручилась, 2 семьи или 3. И на парасольку я еще не ходила. И сейчас тяжело вот в Украине, и поэтому я готова поручаться сейчас именно украинцам, потому что я с Украины. Украинцы, если вы... У вас есть какие-то вопросы, звоните мне и пишите. Я рада вам помочь. По мере сил, по мере возможности. Даже могу 2 мужа и жену или
двоих одиночек на время уприютить, пока вы что-то найдете себе. Рада помочь украинцам в первую очередь. Все, кто с Украины, welcome. У нас круглую зиму есть овощи, есть фрукты. Бог дает. Я ни у кого ни разу не попросила куска хлеба. Смотрите. Круглый год нам Бог дает. Мне никто не жертвует и не дает. Нам Бог дает. Яблоки, бананы, манго, лимоны, виноград, мандарины, груши. Хочу оприютить семью или двоих именно с Украины. Так что пишите мне по всем вопросам. И звоните. Вот на этом диване у нас сейчас живет эмигрант. Вот. У нас небольшая квартирка, маленькая. Птички поют. Это раскладная кровать-диван. Но он спешил, не заправился. Природа, березка, лимонки, балкон, там кресло, кровать, можно сидеть, звонить, куда вам, барбекю можно жарить, там кухня, еще одна кухня, одна в доме, кресло, кровать. У нас хорошо, весело, светло. Hi, beauty, hi, beauty. В чистоте, да не в обиде. Вот тут иммигранты. Один у нас жил вот полтора месяца, на днях выбрался. Можно кому-то спать здесь на диванчике. И тут. Украинцы, welcome. Я рада вам помочь и рада вас принять. Друзья, есть очень много бесплатных магазинов, в которых дают такие хорошие продукты, колбасы дают, яйца дают, свежее молоко. С голоду не пропадете. Если, дорогие друзья, если кто-то остался по какой-то причине на улице, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните, пишите. Рада буду вам помочь. В тесноте, да не в обиде. Будем пить чай, кофе. Все Бог дает, все у нас есть. И кушать мандаринки. Рада сильно помочь украинцам. Я всех люблю. У меня же я помогаю атеистам, мусульманам, буддистам, православным всем. Рада помочь.